Здравствуйте, дорогие друзья автомобилисты. Я недавно про шрусы делал видеоролик, и вот человек мне пишет в комментариях: Григорий Егорович, спасибо, а если хрустят почти новые шрусы, прошли 30-40 тысяч без повреждений пыльника, есть ли еще какие-нибудь причины? Конечно же есть, друзья мои, я же рассказывал в своем видеоролике об этих причинах. Друзья, у меня был Nissan Qashqai новый, но на морозе, когда он остывал, сильно остывал, но морозы были, скажем так, ниже 10 градусов. И когда я трогался с места с повернутыми колесами либо вправо, либо влево, у меня очень сильно хрустели шрусы. Причина этому не повреждение пыльника, не брак шруса, друзья мои, а отвратительное, неправильное и малое количество смазки в самом шрусе. В этом случае, если вы услышали, что такое происходит, вам необходимо обратиться на станцию технического обслуживания или самим туда залезть, снять пыльник непосредственно со шрусов и проверить вначале наличие смазки, сколько там ее. Бывает, что ее просто мало, видно, что мало. Ее необходимо тогда добавить. Если там смазка есть, то, возможно, она может не подходить к вашей климатической зоне. По этой причине эту смазку необходимо всю удалить и забить туда нормальную, хорошую смазку, подходящую для вашей климатической зоны. И заполнить шрус настолько, чтобы смазки не было там мало. То есть смазки должно в шрусе хватать. Собрать обратно, то есть установить пыльник на место. И все, друзья мои, и хрустеть шрусы ваши больше не будут. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. И не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всем пока. Задаем вопросы в комментариях, не забываем.